Здравствуйте. Меня зовут Ольга Костюхина. Мне 36 лет. Я воспитываю до 14 лет. По профессии я юрист, и в настоящее время работаю в банке. По характеру я веселый, жизнерадостный и очень общительный человек. Не найдя мужчину здесь, в России, я решила попробовать сделать это за рубежом. Я искренне верю, что в моей жизни наконец-то появится верный, преданный, веселый и романтичный мужчина, которого смогу полюбить я, и который полюбит меня, и мою дочь, сможет быть нам опорой и защитой.